В окружной столице прошел благотворительный концерт известного пианиста, композитора Игоря Дункула и солистов Мариинского театра «Молитва за Россию». Отмечу, Игорь Дункул выступает с концертами джазовой и классической музыки в России и за рубежом. Композитор пишет музыку к фильмам, спектаклям и балетам. На концерте гости смогли не только насладиться музыкой, но и поучаствовать в сборе средств на памятный знак. Его возведут в честь приезда Николая II в Самарово на месте остановки царского суда. Сам концерт организован в рамках выставки «Император Николай II. Дорога через село Самарово».